вместе ни черта не почувствовать. Но все-таки Новый год же это самый прекрасный праздник. Вот, он самый праздничный праздник, какой-то безусловный праздник. Как-то вот он любимый с детства, и так хоть уже чудес не ждем, но какой-то радости ждем. И хотим хотя бы чудеса сделать детям. И всегда хочется, чтобы вот так вот так как-то подготовиться так, чтобы не как в прошлом году. Ну, чтобы вот... Ну, как-то вот, ну, учесть какие-то ошибки и уроки прошлого. Как-то, и так, дорогая, давай как не как в прошлом году, а? И уж точно не как в позапрошлом. Давай. Ну, давай как-то вот елочку куплю, конечно, не надо нам искусственных. Хотя, конечно, лучше бы искусственных, но, ты знаешь, ну, все-таки хочется, чтобы запах, да, чтобы дети, все-таки еще когда, может, дети, когда взрослые будут, вообще уже только искусственные будут. Давай, конечно, хорошую елочку. Ну, давай заранее все продумаем. И у меня сейчас такая, знаешь, давай в этом году не будем вот это вот всего готовить вот так вот. Так, ну, для чего? Я не понимаю, для чего так много готовить? Ну потом же всю неделю выносим, все прокисшее выбрасываем. Да ты пойми, мне денег-то не жалко, ну что? Да и денег тоже жалко, понимаешь? И еще, давай сделаем такой в этом году эксперимент. Давай просто попробуем такой, ну эксперимент. Мы просто до этого не пробовали ни разу. Давай такой эксперимент. Давай мама твоя в этом году не приедет. Давай попробуем, посмотрим, а как будет без мамы? Мы же не пробовали, давай, безо всякого, давай. Просто в начале декабря или даже в конце ноября поехали заранее, детям купили подарки, чтобы без суеты, чтобы вот не в топах, чтобы еще выделили деньги именно на эти подарки, чтобы хорошие подарки наконец-то купить. Купили заранее, долго прятались, спрятали надежно, чтобы дети не смогли отыскать. Так, галочка есть, все, поставлено. Значит, за 10 дней до Нового года подкрылись первые елочные базары. Пошел на одном, на другом, на третьем. Нашел, вот она стояла, завязанная, такая стройная. Самая, вот думаю, о, вот это вот просто, вот идеальная, какая красавица. Сейчас сказать, что стоять будет до 8 марта, ни одна, не упадет, ни одна хвоинка не упадет. Такая вот она чудесная, пропитанная. Купил, довольный, принес, поставил ее на балкончик. За неделю раньше говорю, дети, давайте нарядим елку, давайте. Занес ее с мороза, с балкончика. Такой запах пошел, развязал, стал расправляться. С одной стороны, полностью лысая, полностью. И она ходит, говорит, дети, посмотрите, папа купил елку. Обидно же, я слушаю, ну а что специально, я же не специально, я же лучшую самую выбирал, самую хорошую хотел, ну ты посмотри, какая же, ну слушай, дети, посмотрите, папа один раз в год не может купить нормальную елку. Ну слушай, дорогая, а зачем ее два раза в год покупать? Я что, специально, ну слушай, давай поставим этой стороной в угол, только меньше места будет занимать, давай идти искать позитив во всем. Ну что на самом деле, давай готовиться к Новому году. Наряжали эту елку, сбегал, купил прекрасную гирлянду китайскую, тысяча миллион тысяч лампочек, еще какие-то программы. Нарядили, повесили, все. Два дня она мигала, на третий день чуть вместе с елкой не сгорела. Побежал новую покупать, таких уже нету. Или какие-то такие страшные. Что? Нету нигде нормальных, потому что нормальные раскупили. Пришлось деда вот доставать, который же четыре лампочки, все в изоленте, в синей. Но работает. Ее в розетку вставили, даже свет немножко в комнате пригас. Заранее, чтобы без всякой суеты, да, пошел закупать. С двумя листами мне все написали по списку, все продукты купить. Думаю, заранее пойду, вышел и понял, что все заранее решили. И все такие же бедолаги со списками, как я. В трех, в четырех супермаркетах, все, по списку, все. Ни одного пункта не выпустил. Консультировался по телефону какой там, чтобы правильно взять. Думал, сейчас будут, прямо будут хвалить, прихожу. Она по списку пройдет, говорит, ты какой маргарин купил? И обратно меня туда, сюда. Да еще с такой ненавистью, какой-то маргарин. Какой маргарин? Пока бегал, искал маргарин, нашел нужный, приехал. А тут мама приехала. Снегурочка наша. И вот это 31 число, когда хотелось, чтобы было все по-праздничному, по-хорошему, все шиворот на выворот, кошмар какой-то, беготня, суета. Все не так. Кинулись заранее найти детям подарки, где мы спрятали. Не смогли найти.
пришлось опять бежать, покупать какую-то дрянь. Ну так что продолжите потом в надежде все-таки к следующему году найти то, что купили. Еще в ноябре. И какая-то суета. Пытался потом опомниться, что во Владивостоке-то уже скоро Новый год. Там же друзья, надо звонить. А там у них все время занято. Так и не смог их поздравить. Потом думаю, хотя бы ребят в Иркутске поздравить. Там тоже занято. В Красноярске занято. Никого, ни до кого из друзей не дозвонился. Сплошная суета, беготня. Беготня и суета. Ты что, тут немножко режешь этот салат, куда-то несешь его. Тут мама тут все время на маму натыкаешь беспрерывно. А она затеяла стирку, конечно, чтобы ни одной тряпочки грязной в Новый год. Ничего себе, как устроила все это стирать. И такое ощущение, что во всем доме мама приехали, потому что выбивала пробки все в доме. Вырубила электричество, ни до каких электриков не дозвониться. Понятное дело, пошли чинить. С кем? С соседом с верхнего этажа и соседом с нижнего. С тем, кто заливает меня, и с тем, кого заливаю я. То есть с врагами пошли. Пошли. Но нашли. Нашли причину. Исправили. Перепачкались. Справились. Спасли дом. Зашли к нижнему соседу. Выпили по 100 грамм. Ну, соседи же все-таки не люди. Ну, раз в год-то можно по 100 грамм с соседями. Мы же живем в одном доме. Господи, что нам делить-то? По 100 грамм выпили. Пришел домой. Мы дом спасли только что. Она такая... Дети, папа выпил. Не мог 4 часа подождать. А ее мама ничего не говорит, она просто ходит вот так. И еще вот это все рубить, куда-то тащить с этими тазами, салатом. Сейчас кто-то придет, кто-то не вовремя пришел. Давайте помогать, лучше бы не сдох, чтобы не только чтобы не сидел туда на кухне. Вот так вот. Все. Вот так, да, вот так. И бежишь с этим тазиком салата, а тут же телевизор, а там же любимое кино. И, конечно же, ну, приостановился посмотреть. Ну как же, сейчас же и полит придет, как пропустить такое? Встал, и раньше и полита слова проговаривает, потому что все, внизу знаю. А вот, ты что там уснул, что ли? Все расставили, все, вроде все нормально, все успели, все хорошо. И дочка хлопушку, пах, и конфетти в салат. И... Потом как военный хирург оттуда идет конфетти. В последний момент уже встали, оставили свечи, зажгли. Все, встали. Там президент мне что-то говорит, думаю, господи, что я его слушаю? Что он мне может про мою жизнь сказать? Я его столько лет уже слушаю, что ты мне можешь сказать? Я до друзей Владивосток, Красноярск не смог дозвониться. Почему я тебя-то слушаю, здесь вот стою, вот здесь вот. Я несчастлив сейчас совершенно, что же такое происходит, жизнь, что Новый год отпраздновать не могу. А тут, ой, шампанское надо открывать, конечно, сейчас же куранты уже будут. Хватаю бутылку. И эта проволочка, падла, конечно, сломалась. Всем налил. Там уже часы эти пошли. Эти куранты налил. Маме не налили! Быстренько, на последние секунды слили из разных бокалов. У нее получилось больше всех. У нас даже желание написать на бумажке, сжечь его. И обжег пальцы, бросил, подавился. Думаю, что я загадал-то вообще? Что загадал? Новый год! Потом посидели, посмотрели концерт. Как-то не клеился, как-то более-менее что-то начали, как-то хоть что-то есть. И тут, конечно же, ее мама что-то сказала все-таки. Все-таки сказала. И тогда уже все, я тогда уже пошел уходить. Так, чтобы вот так вот медленно надевать пальто, чтобы держали в коридоре. Дал себя удержать. Что я представления не имел, куда идти-то, собственно, если отпустят. Вернулся, сидел уже на кухне, в одну голову пил коньяк. Потом я проснулся за полдень, первый день Нового года. Проснулся, поднял вот так вот голову, потому что зря я это сделал и обратно положил. Полежал некоторое время, разлепил рот вот так. Пошелестел во рту языком, и потом так нащупываю голос, так, дорогая, нету,
Слава тебе, Господи! Потом полежал, сел, прислушался, понял, что мертвая тишина в доме. Думаю, а куда они все делись-то? Неужели что-то такого набедокурил, что они все к маме ее уехали, и мне теперь нужно будет прилагать ужасные вот эти дипломатические усилия, чтобы их всех вернуть? Потому что нет-нет, все-таки я одну хорошую вещь заранее сделал. Я купил им заранее билеты в театр на дневной спектакль 1 января. Думаю, у меня, наверное, еще пара часов, а может больше вот так вот посидел, и стало так как-то не то чтобы хорошо, но так неплохо-неплохо. Посидел, привел горизонт в норму. Но праздник не чувствуется. Как-то и из окон такой свет. Но зима, зима. И еще долго это вот будет такое вот небо, и ясное солнышко не скоро покажут. Посидел так вот немного. Встал и пошел на кухню. Идти недалеко. Пришел. Первая хорошая новость этого года, то, что чайник на кухне, он тяжелый и прохладный. И вот попить из чайника. Да, конечно, сейчас чайники не с такими носиками, как... Но треугольный, пластмассовый, какая разница? Все равно. С чем может сравниться вкус несколько раз вскипяченной воды? Это же вкус дома, родины и хоть какой-то стабильности. Я так попил, и насколько полегчал чайник, настолько же и мне стало легче. Поставил, и что-то как-то вот муторно, но что-то захотелось. Захотелось какой-то радости. Что-то раз, а света даже из кухонного окна нету, нет света. Нет ощущений. Первый день Нового года, ну что-то же должно быть радостное. Где свет-то, где? Так открываю холодильник, а оттуда свет. И там все осталось, вот он. То, что вчера не хотелось, то, что не лезло вчера. Вот они, салатики стоят, ярусы. Вот он тортик, а тортика, из тортика только вот столько вырезаны, дети немножко поклевали. А салатики, ты же знаешь, салатики от того, что они постояли в холодильнике, они только как бы так потяжелели, сели и дали сок. Тортик как-то затвердел, пропитался. Вот они здесь. Вот на тарелочке лежат пельмешки, штук 5. Вчера горячие были, не хотелось, а сейчас они в самом нужном своем состоянии. То есть, если один вилкой зацепить, остальные потянутся. Вот они, в дверце стоят бутылочки, все початые, все холодненькие. Взял шампанское, потому что бутылка самая высокая, не надо нагибаться. Приложил к колбу. Ох. Глянул сюда, а там, ты увидел, чудо. Мама и она, и дети, прежде чем уйти, навели не просто идеальный порядок, а навели чистоту до скрипа. И так это прекрасно. Свежесть, чистота. Думаю, дай вам Бог здоровья. И не торопясь, потому что торопиться невозможно. Доставив все вот эти салатики, все досталось с холодильника. Все, все. И пельмешки-то поставил, все на кухне оставил, сел. За дурацким фужером к глупому серванту не пошел. Вылил остатки шампанского, оно выдохлось, но оно холодненькое, кислое. Остатки вылил его в любимую чашечку с треснутой ручкой. И дальше именно так, как хочется. Вот, то есть совершенно по-честному, потому что никто над душой не стоит. Взял столовую ложку просто. И в любой последовательности. Сначала торт, потом салат. Вот так. А потом прервался. И сделал 3 длинных. Холодных, кислых глотка. И вдруг как почувствовал Новый год. И сидишь, И сижу. Один на кухне. В первый день Нового года. И думаю, где же мои любимые женщины и дети? Где они? Как же хорошо, чтобы они поскорее вернулись бы. Как бы это было бы хорошо. А они, все эти любимые женщины и дети, весь год меня раздражали. Весь год.
Вечно им было нужно то, что не нужно мне. И вечно они, у них они то сопли, то понос, то золотуха, понимаешь. То они не вовремя просыпались, не вовремя вставались. Все они делали. И я на них раздражался. Я даже гневался на них. А сейчас сижу на кухне один без них и понимаю, что когда я гневался на них, я же делал себя несчастным. Я делал себя несчастным и одиноким. Одиноким прямо у себя дома. Они так вчера загадывали желания. У них были такие глаза, когда они загадывали желания под эти куранты. Какие же у них были глаза, Господи. И они, конечно, загадывали эти желания какому-то Санта-Клаусу, какому-то Деду Морозу, Господу Богу. А я вот так сижу один на кухне и понимаю, что у меня есть только одно желание. И я хочу только одного. Я хочу разгадать все их желания, потому что исполнять-то их придется только мне.